Так, вчера меня позабавило то, что, рассуждая о том, что раз я атошник, как участник АТО, то те, кто сейчас со стороны Российской Федерации участвуют в так называемой СВО, они, соответственно, свошники. Свошники в ватниках. Россия — страна педикулез. Да, так вот, на сегодня я эту мысль продолжил, развил и придумал еще один каламбур, который можно описать не только всю Россию, но и весь ее российский народ. Россия, одним словом, сволочевата. Сволочевата. Это описание России на все века. К любой эпохе подходит. Сволочевата. Разбудите меня через 200 лет. Спросите, как Россия, я отвечу, сволочевата.